Сидят два друга, выпивают, откровенничают, и один другому говорит: «А помнишь, тебя недавно премии лишили?» «Да, помню, это я капнул!» «А помнишь, тебе недавно выговор сделали?» «Да, помню, это я капнул!» Второй не выдержал вот этого всего и говорит: «А помнишь, у тебя 2 года назад сын родился?» «Да, помню, это я капнул!» Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.